Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня хочу вам показать, как я делаю заметки, какие томаты у меня будут на грядках уже в грунте. И уже также я их замечаю в стаканчиках, хотя стаканчики у меня подписаны. Вот использованный у меня гель, бальзам для посуды. Я не выкинула вот эту емкость, а взяла, отрезала низ и вверх. Ну, из верха здесь ничего не получится. Вот выкинул мусорку уже здесь, мусорное ведро. Ну, а из низа я тоже уже сделала полосочки. Итак, как же резать? Обыкновенно берем вот такие ножницы. Если у кого есть по металлу, может, еще какие-то ножницы есть по металлу. И мы с вами вот так можно здесь подрезать. Сейчас мусорку сюда. Вот так. Подрежем ровненько. Ну, не так столь важно. Ровно, не ровно. Главное, чтобы они были, на них писать маркером. На этом. Вот так, полосочки. Если они у вас длинные, можно сделать покороче, если для вас они длинноваты. Вот, видите, вот такие полосочки получаются. Здесь можно вот так разрезать пополам и написать «рассада». Если вам вот это мешает, мне нет, я пишу и на этой. И на, рассада здесь, посев не нужен уже, когда взошли. И как называется рассада вот здесь какая. Можете также написать, сколько дней, чтобы вы знали, когда ждать урожай, если вам это необходимо. Ну, вот такие полосочки я буду нарезать. А потом сейчас перейдем на рассаду. Я покажу, какие уже у меня... Я до этого вчера тоже использовала такие полосочки, нарезала. Потому что покупать ножи пластиковые, одноразовые, дальше покупать... ложки. Это опять затрат денежных средств. Конечно же, я покупала. А потом я говорю, а что ж я делаю это? Деньги я перевожу. На что? На пустоту, которая есть же у меня полно вот этих пластиковых емкостей, которые выкидываются. Они могут использоваться хорошо нами, правильно? Вот. И я вот так нарезаю. Ножницы у меня по металлу. Еще раз повторяю. И вот такие полосочки. Вы видите. И вот они. Вот они. Вот они. И писать. Если вы хотите, чтобы они были пошире, можете делать пошире эти полосочки. Вот так и делаем. Так что, если у вас есть вот такие емкости ненужные, вы выкидываете их. Можно также из других каких-то, что вы покупали там, для посуды, вот это для посуды, для стирки, промыли хорошенько, и, пожалуйста, обрежьте, и можете использовать для рассады, если вы этим занимаетесь. Они хорошо будут втыкаться их в землю, с ними ничего, и маркер используйте, который не стирается. Чтобы ни дождь, ничего уже не смог смыть с этого маркера. Можно такие широкие. Это, я говорю, ваш выбор. А сейчас мы с вами перейдем на мою рассаду, где я покажу вам эти полосочки уже у меня сделанные. Вчера я делала из другого там емкости. Вот такие полосочки, все подписанные. До этого я покупала, конечно, говорю правду, то, что покупала, да, тратила деньги. А потом, когда уже время ушло, я сижу и говорю, а что я делала-то? Зачем? Когда у меня полно всяких вот этих емкостей, которые выкидываю я. Сейчас еще покажу. Стоит у меня несколько. Ну, вот такой промыть. И вот так вот отрезать. Конечно, на ней писать будет плохо, потому что она вот такая ребристая. Ну, а вот на этой вот от солита тоже можно беленькая. Видите, здесь вот можно вот так отрезать. Вот так и здесь писать, обрезать.
И тут писать вот так. Вот обрежьте, и вот так полосочки у вас будут. Так что очень много всяких вариантов. Промываем хорошенько. Вот такое тоже от Санок. Ее можно, видите, я уже отрезала, теперь с другой стороны еще обрежу. И вот, пожалуйста, режьте, и будут полосочки, которые он очень хороший, плотный. На нем можно писать то, что вам необходимо для заметки рассады в грунту или в стаканчиках. Ну вот, видите, здесь вот у меня, я использую демидов у меня тоже от, вот, от чего? От белизны. Обрезала, подписала всходы, когда были. Вот, там вот демидов. Вот такая, разбилась у меня пластиковая, нечаянно упала на нее. Вот такая тарелка пластиковая, я тоже ее не стала выкидывать, потому что она треснутая была. Я ее разрезала и тоже написала вот сюда, вот так. Вот такие заметочки, замену ложкам вот этим, ложкам замена и ножам. Вот, смотрите, сколько заметок у меня тоже, видите, ножи я пона. Ну вот, а это уже заметочки. Вот они, мои кемервиц у меня. Все написано, когда сеяла, когда уже сеяла на стаканчиках, а когда произошел у меня всходы. Так что спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Если вам это необходимо, замечать рассаду, я еще раз повторяю, вот видите, полосочки эти, они все нарезанные. Денежки уже будут... Денежные средства у вас будут целые. Ну и здесь я тоже поставлю, когда, вот видите, также вот Настенька у меня замечена. Дальше вот она замечена тоже. Вот так много у меня не пас там замеченный. Спасибо всем за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Не зря не переводите денежные средства, а вот пользуйтесь теми материалами, которые у нас находятся в быту и уже нам не нужны. Их можно разрезать и сделать заметки с них для рассады или для чего-то еще.